Всем привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня я для папы кое-что придумала. Я хочу папе сделать такой вот челлендж 24 часа «да». И он мне весь день будет говорить только «да». Давайте спросим у него, можно ли это или нет. Да, конечно, подпишем все договора. Все будет как всегда. Папа! Да, да, да. Сейчас, секундочку. Я перезвоню, у меня тут срочное дельце. Угу. Хорошо, до свидания. Папа, а ты не забыл, то, что сегодня Крошик Дэй? Сегодня Крошик Дэй? Да. Воскресенье, что ли? Да. Нет, конечно. Как ты могла подумать? И знаешь что? Я хочу снять какой-то челлендж для зрителей. Все без проблем. Какой? Давай... какой же челлендж сделать? Я придумала! Давай сделаем 24 часа «да». И ты мне будешь 24 часа «да» говорить целый день. О, какой-то челлендж. А если ты попросишь Ламборджини? Синий Ламборгини. То что, я должен сказать «да»? Наверное. Папа, я такие деньги возьму. Пап, ну ты же обещал. А когда это было? Я обещал? Да. Ну, если папа обещает, папа выполняет. Хорошо! Ура! И с этой секунды, то есть, начинается 24 часа, да? Да. Папа, давай первое задание. Давай сейчас поедем в Макдональдс и купим мне что-то такое вкусненькое. Картошечку фри, да? Нет. Какую самую маленькую, недорогую? Наверное, такой нет. Да? Мой ответ «да». Ура! Пока папа не знает, на что он подписался, то надо действовать. Мы подъехали к Антошке, и это очень большой магазин игрушек. И как папа говорит 24 часа сегодня, да, то давайте выберем какую-то себе няшечку. Мы уже в магазине, и посмотрите, какие тут милые собачки. И сейчас мне нравятся пони. Я знаю, где их можно купить. Идемте. Посмотрите, сколько тут бебезет. Посмотрите, вот. И, кстати, у меня есть вот такой. И посмотрите. Он такой милаш, да? Он разговаривает. Да. Идемте. И это отдел для девочек. Вот. И вот знаете что? Вот мне показалось вот это вот прикольное пони. И там есть кристаллики. Ну, и мне всяко это понравилось. Вот такая. Так, покажи, Али. Вот такая. Вот эту. Ну, хорошо. Да. Папа говорит «да». У-ху! Идемте на кассу. И посмотрите, это отдел мягких игрушек. И тут есть осьминожка-перевертушка. Класс. Они что, милые? Переворачиваются? Да, вот так. А ну, покажи. Это в чё? Это в шортах. О, хамелеон, какой злой. Да. С одной стороны злой, с другой добрый. Да, и у меня есть такой похожий, только тут красный цвет, не розовый. Посмотрите, какие маленькие, они такие хорошие. Какие манки, да? Да, мне нравятся черненькие, а тебе? Радужные манки. Мне да. Нравится розовый, красивый такой. Да, ладно, идемте на кассу. Да? Что мне остается еще ответить? Ну, да. Что еще? Идем на кассу. Да. И в конце ролика мы эти все подарочки будем открывать. Подходим к кассе. Добро пожаловать у вас в магазине «Антошка». Привет. Как ваши дела? Хорошо. Мы у вас постоянные клиенты. Да. У вас пакет «Кинг»? Да. Да? Хорошо. Обычно это такое подойдет? Да. Теперь надо перекусить. Давайте заедем в «Макдональдс». Папа, что ты должен сказать? А у меня есть выбор. Конечно же, да. 24 часа, да. Едем в «Макдональдс». Вот мы подъехали к Макдональдсу, и сейчас я буду заказывать себе Happy Meal. Папочка, я хотела позаботиться о тебе и о маме, и хочу заказать два капучино. Я вас туда забываю. Здравствуйте, можно, пожалуйста, один Happy Meal с картошкой фри и чизбургером вместо сока водичка? И два капучино и четыре сахара. Два маленьких капучино. Добрый. Игрушку брать, только нам не так что надо. Да, игрушку, пожалуйста, номер 15. Ой, 5. 12? 5? Да. Добрый, еще раз чизбургер, правильно? Да. Добрый.
На Спасово, вот это 145, пожалуйста, проезжайте. Спасибо. 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 Вкусняшки, да? Спасибо. Так, кофе мне и маме. Да. Спасибо. Пришло время перекусить. А что за игрушка попалась у тебя, Арина? Ну, показывай. Так, а где она? А, вот она. Томми Джерри. Да. Давай, ну распакуем ее. Да. И вот тут есть вот такая вот кнопочка, и на нее надо нажимать. И посмотрите, как крутится голова. И вот мой чизбургер. 100 лет тебя не ела. Как же это вкусно. Как мне нравится этот челлендж 24 часа, да. Вот бы так каждый день. Папа. Дарин. А давай пойдем в One Prize. Какой у тебя ответ? Да. У-ху, у меня же нету выборов. Это мой любимый магазин. Там разные такие няшечки для комнаты. Мы возле One Prize. Давайте скорее в него зайдем. Такие вот лампы. Ой, классные такие няшечки, мне да? Мне нравится вот такая вот лампа. С Микки Маусом? Да. Ой, смотрите, какие ласточки. Боб, сделай мне, пожалуйста, 159 лав. Лав? Можно, пожалуйста? Угу, а ну-ка. Красиво светить в комнате. Так. Я такого мечтала. А ну давай нажмем. Нажмем, да? Да. Так. Там нужны батарейки. А, да. Можно? Арин, ну, у меня выбора нет. Остается сказать слово «да». Посмотрите, тут маски для макияжа. Папа, Арин, эти что ли? Да. О, прикольные. А да. Можно? У папы скоро деньги закончатся. Ну, вот это и все. Да, выбирай, какое. Я хочу с вот этим. Да. Вот это? Да. Ну, давай. Идем на кассу. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дома мы встретимся и будем открывать подарочки. Есть! Мы уже приехали домой, и давайте распаковывать няшки, которые мы купили. Я сначала хочу распаковать пони. Так, давайте распакуем ее скорее. И тут есть вот такая вот картинка. Да. Картинка с My Little Pony. И кто не может попасть. Мы открыли пони. Тут есть одежда, ролики. Вот такая вот сумочка модная. И сама пони. И наклеечки. Вот моя долгожданная лампочка. Посмотрите, так классно выглядит. Обязательно себе в комнату поставлю. Папа! Дарина, иду! Что делаешь? Домашку. Прикольно, молодец. Завтра же тебе в школу, ты обязательно должна всю домашку сделать. Папа. Да. А сделай за меня домашку. Угу. Я об этом не подумал, когда я шел сюда. Но так как сегодня челлендж 24 часа, я отвечу да. Хорошо. Тогда? Ой, а много у тебя домашки? Английский, математика, английский и я следю за ним. Начну с математики. Это самый полезный предмет. Ну, я так считаю. Так. Ой, ладно, начнем. Какое задание первое? Первое надо сделать. Раз, два, сейчас покажу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, математику сделал. Теперь английский. Да, Арина. Страничка 44. Тут. Тут. Да.
44. И, кстати, посмотрите, на мой пони, она уже на роликах умеет стоять. Твой пони молодец. 44, вот эту. И надо повторить по нумерации. Я понял. Фух, английский сделан. Все, Ариночка, я всю домашку сделал. Есть! Теперь в школе ругать не будут. Я рад за тебя, да, Аринка? Ты хороший. Меня это уже пугает. Что опять? Папа! Да, Арина? А сделаешь блинчики? Какие блинчики? Ну, блинчики, которые не едят. Мы с пони хотим покушать. Я не очень хорошо готовлю. Вот и научишься. Ну, мой ответ – да. Сколько у нас остается до конца челленджа? Где-то полчаса, час. Полчаса? Или час. Я надеюсь, я эти полчаса выдержу. Пошли делать блинчики? Пошли. А я буду в Майнкрафт с сестрой играть. Можно? Конечно, да. Ей! Ариночка, блинчики так блинчики, без проблем. Папа все может, папа все умеет. И я профессионал по блинчикам. Прикольно. Смотри. Не видела такого. Да, не видела? Нет. Ты как будто реально профессионал. Да, может быть, ты готовишь один, папа? Покажешь мне, как? Ты давай. Умеешь готовить, да? Давай. Сейчас я этот закончу. Я там маме помогала. Хоть бы он не поджарился сильно. Шик. Арин, смотри, видишь, это так задумано. Это солнышко. Я думаю, тебе понравится, да? Да. Солнечные лучи. Да. Пап, моя очередь. Давай, покажи, как ты жаришь блины. Посмотри, сначала потихонечку. Вот так вот распределяешь потом по сковородочке. И мой секрет в том, что я делаю потихонечку, и он получается... Оп, смотрите, как будто какой-то попугай кричит. Да, Арина, прикольно. Слушай, мне нравится, как ты жаришь. Я же говорила. А можно я его съем? Конечно, можно. И так, переворачивай. Мне даже не терпится, пока я возьму эти блинчики, возьму. Вау, солнышко, смотри. Да, я же говорила, что будет. Слушай, ну ты реально классно жаришь. Папа пожарил мне блинчики, давайте пробовать. Я хочу намазать на блинчик вот этот вот джем, он с клубникой. Ого, такой толстенький, такой прикольный. Так, давайте наливаем. Это залипашечка, скажите, как заливаешь на блинчик. Папа сказал, что он спец по блинчикам. Ну как, Аринка? Очень вкусно. Я же сказал, что я спец. Ариночка, я рад, что тебе блинчики понравились. А наш челлендж 24 часа «Папа говорит да» подходит к концу. А если вам понравился челлендж, то поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока-пока и пропускайте наши новые видео!